Так, всем привет огромный. Приехал к маме после тренажерки. А вот это что ты делала? Это вчера я делала синяки, тушила с морковкой, с перцем. Это те, которые... Да, что вы привезли, да, А там еще что-то осталось? да, еще есть. Что мы... Там зрительница говорила, что можно взять семена и посадить. Вот, сынок, еще это, смотри, я холодный рис сделала. С тунцом? Да. С кукурузой, с тунцом. Не руки мы, если что. Да. А вот это что? А это я сегодня там лаваши привезли. Я пыталась сделать баницу, как в Италии. Помнишь, Севда делала Ну, тогда? болгарскую. Да, болгарскую. Но Ну, она что-то тоже она не делала похожа стол. на баницу. Не, ну она с сыром, просто у них такой тоненький лаваш был, а я сделала с этого лаваша. Его надо порезать и попробовать. Там зрительница написала, что Самвел тебе дал открытый лаваш. Ты не обижаешься? Нет, а чего обижаться? Ну ты сделала, сейчас попробую, что это такое. Ты одела браслет уже? Да, еще Знаешь, вчера. что это за камень? Еще вчера делала браслет, не? Нет, не знаешь. Нет, вчера еще делала, когда ты приехал. Вот Это это. кошачий глаз. Кошачий глаз. Это от зависти. Чтобы никто не залазил туда. Как красиво сделано. А платья такие красивые. Там некоторые зрители написали, что голубое, плохое. Наоборот, мне кажется, очень красивое платье. Красиво, Одеть на я их там лето. постирала, сегодня поглажу их. Под босоножки, пяты, чего не. Так. Даже к Наде ты можешь розовое одеть. Нет, Надя одену другое, то, что я купила такой с красными бусами. Потому что будет жарко ехать в Да. машине и это. Я попробую немножко суп. Белых грибов я сделала. Вот, чукаем вам, наверное, стаканчик. Да, и вот это возьми по чуть-чуть, и это. А то слишком много. Курица хорошая, но жирно. Жира много мне. Да чего, я даже запекала в духовке, сынок, я ничего не добавляла. Я грудку предпочитаю, грудку. Ну, так я грудки не имела. Папа купил такой, то, чтобы... Попробую сейчас порежу, что это получилось. Там лаваш и сыр внутри. А потом пойдем с тобой на огород, я хочу посмотреть, что вы... Потому что там, ты видела, что ты посадила кабачки вот эти? Один вот тот маленький кустик кабачков разрастается вот так. Сынок, я Это стараюсь. слишком много. Их надо или пересадить в другую сторону, Да потому нет, что ты в прошлом году... я же взяла всего только одну Так упаковку у тебя там посадила. 10 кустов выросло. Но я что сделала, что я сажу Это на кусок и джунгли будут. вырастаю, Это да? будут джунгли. Ну, проведем его. Это надо взять его или пересадить в другую сторону, те Пересадить не кабачки. будем, пересаживать не будем. Значит, их надо как-то оградить будет, потому что они как начнут вырастать, тебе Ну, пару забьют штук всю эту. поставим, да. Потому что это слишком много будет. Давай тогда суп насыпаем. Давай, тебе разогреть его в микроволновке. Микроволновка, да, разогрей. Жидкое. Компот. И вот эту штуку сейчас попробую. Какую тебе кружечку? Не маленькую кружечку супа. Маленькую такую? Да. Такую? Хорошо. Там и грибы кто-то пишет, что уже появились, я не знаю. Грибы? А Да это это я что? собакам сделала. Мне чуть-чуть супа. Можно без картошки даже. О, мне можно грибочки побольше. Все, вот еще одну и хватит. Сейчас быстренько подогреем. Да, микроволновка. Скажи, что ты хотела сказать. Ты уже браслет надела? Я ей не скидала. А то ей не налазит тебе, бачишь? Маленький, тебе слишком рука вела. Это камень, оно ничего не будет. Коля, сильно горячий хочешь? Не, такой мам, средний. И я, наверное, чуть-чуть попробую вот этого риса с тунцом, это вкусный. И этого, и баницу цю, что ты делала. Ну, я думаю, что баницу можно немножко подогреть. Да она еще горячая, сынок. Только вытащила. Ну, ее как раз можно уже есть. Она А лучше что у только... нас сверху тверда? Не, ее порезать и попробовать, потому что она когда горячая тоже... Ну, сейчас надо ее порезать. А давай лопатку попробуем не разрезать. А какой ты сюда... О, Господи, что ты... А какой ты творог сюда давала? Я добавляла брынзу, так как она давала фетту. Помнишь? А ты звонила, спрашивала? Ну, та, я же когда-то учила меня в Севда. Она добавляла фетту и добавляла белый йогурт и такой творог. Но Белый я йогурт? А добавила... яйцо? Да, яйцо добавляется с белым йогуртом Мне вот сверху. такой кусочек, маленький. Попробуем. Вот так.
Угу. Ну, так сейчас можешь взять его и действительно разогреть, попробовать. Потому что когда я его вытащил, он вообще был такой мягкий-мягкий. А когда... Ну, где-то час уже, как я его вытащил. Не, ну, я думаю, надо, мама будет его... Разогреть, да. Да, оно будет вкуснее, потому что холодное, ты ж ничего не почувствуешь. Я согласна, но смотри, смотри, все-таки этот лаваш, смотри, какой он. Все-таки он пропекся. Я понимаю, что это не болгарский лаваш, но смотри. Ну, хорошенький. Да. Сейчас ты его разогреешь и попробуешь. Давай, сейчас ты его в микроволновку. Угу. Попробуем. О, супчик как раз разогрелся. Ну, Коля, это такая гарная мишка. Так оно, видишь, не налазит ни на мамину руку, ни на твою. Не на ее. Это тебе надо Татьяне Васильевне подарить, на ее тоненькая рука. На ее полную козу ставила. Ну, у неї много, да. О, каже, ну хіба такий, каже, золоті. Ну, а кому ти подав? Андрюш, ти будеш пробувати баницю? Ну, а став, кому ти подариш? Наді. Ну, Наді не налізе, тому що у Наді теж рука повна. А знаєш, кому подарю? Кому? Ото, що мама їздить з цим дядьком. А, так, да, у неї рука тоненька, може подарити. Як, Маріка чи Явки? Чи мам, як звати? Девочку. Она придет скоро. Сегодня? В конце недели придет. Ну вот приеду, типа подаришь, ну, да. Ну, тебе все равно рука толстая, оно не нализа. Да, ну, что ну, будет лежать? Малой девочке подарить. Как бы оно такое было. Ну оно было в упаковке и не видно было, какое оно. А что ты не подаришь? Оно запечатано было, не видно. Это было открыто, а это было запечатано. Так, сынокот. Там же ж магазины закрыты и ничего невозможно купить. Тоже ж коронавирус. Мам, ти хочеш гарячу чи холодну? Томати як була, так дивися, вона нічого не купила. А ти такого багато понакупила. Тому що мама була возле гостиниці, а я їздив по всіх городах. І мама, мамі більше 3 кілограмів взагалі не положено. А що це ти даєш? То, що я приготувала. А, солодка. Да. Це не солодка, це сир з яйцем. Це баниця називається. Ну таке гарне, ну так шкода. Сынуля, что тебе насыпать риса, да? Не надо жалеть, если тебе и гарно, возьми, лучше кому-то подари. Пусть кто-то носит и радуется. Да, конечно. Сколько подари. Тебе, сынуля? Мама, мне вот сюда. Ложечку, больше мне не надо. А эти овощи? Я поставлю, много не насыпай, потому что это баница и суп. Не, мне... я вот так, чтобы было... Мне вот этот кусочек лучше, где тунец, а не рис. Вот тут? Мне рис не... А о, солодкое. Все, 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 все. Я ж поставила, пробуйте. Не, оно не сладкое, там творог. Андрюш! И я попробую вот это. Вот это должно быть вкусно. Да, это вкусно. Вот это такое доброе, честное слово. Это помидор, это... Ну? Тут помидор нема, да? Да, есть, есть помидор. Сынок. А ты что, и с сыром там? Да. Мне нравится вот так. Компотик тебе налить, да? Да, и компотик. Сейчас покушаю. Нема, курочка это уже много. Куда мне? Сколько нельзя? Я лопну. Мне надо ложка и вилка. Я попросил. А ну ты, так может тебе разогреть микроволновцы? Не, она горячая будет для нее, не очень. Она теплая. Доля, она носа, я кровь. Сейчас, Доля, мама, тебе тоже. Медаль, Коля. Зека, медаль. О, дверь. Дали, мама, тебе сейчас даст. Все, дверь, яка медаль моей дитини. Доля, ходи, мама, тебе что-то даст. Ходи. А Доля тоже будет такая кушать? Да, Доля любит. Сегодня ветер она какой. Она села на мое место. Доля, на, такая. Давай пробуй, кажи, что там, тебе нравится или нет? Да. Это мама приготовила. А, не это болгарское. В Болгарии такие готовы. Баница. Это лепешку Самвел привез в Турции. Гарно. Так а у тебя холодное, у меня горячее. Доброе, доброе. Вкусное? Угу, вкусно, гарно тоже. Пробуй, я не знаю, что написано. Бабушка сказала, что вкусное. Самое главное, что вкусненько. Как хорошее. Надо, бери, кушай. Сейчас я буду тоже пробовать. Ну, я сначала супчик попробую. Грибный суп. Это же эти еще белые грибы, которые мы собирали. Супик, оно... Суп гарний, дуже гарний.
Видишь, смотрите, какие целые грибы. Ну, вот это ж мороженые грибы, не вареные, сырые. В том году мы их собирали. Вот так вот морозили. Видите, какие они хорошие, будто сорванные с леса. Свежие-свежие. Тебе хочешь сильно горячую или холодную? Ты коньячок что той не пробовал? Да, где? Давай попробуем. Очень хороший. Вичик, что ты скучаешь? Ну, я, честно говоря, первый раз вижу, что пластмассовые бутылки. Ну, это в duty free, это хорошее, это не подделочное. Ну, я понял, а первый раз вижу пластмассовые бутылки. Так, всем приятного аппетита. Иду я сюда тоже кушать. Всегда кушаю это. Попробовать баницу. Нет.